Засунь мишуру себе в задницу. Давайте поприветствуем председателя и казначея клуба любителей математики, редактора школьной газеты и собственного журнала «Женщина с большой буквы», лучшую ученицу Бренди Кларк. Уйди со сцены, целочка! CBS Films. Свалим с этих унылых потрохушек и рванем на улетную вечеринку. О, здравствуйте, судья и миссис Кларк. Кому ты звонишь? Мне надо записаться на занятия, познакомиться с соседями. Боже, прекрати! Я тебя везу на настоящую вечеринку. Зажжем, придурки, из выпуска 93-го! Да, вы сосете. Члены! Я ухожу. Мой отец судья, это бы его расстроило. Стоп. Кто это такой? Расти Уотерс. Я остаюсь. Пей, 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 пей! Spinderella cut it up one time. Первый год — это как огромный, серьезный итоговый тест на сексуальность. Надо сделать домашку. Домашку? Да. Тут пенисы повсюду. Пенисы повсюду. Просто рай. Приступим. Список того, что нужно сделать перед колледжем. Подрочить парню, отсосать, вылизать зад. Шокер. Вызывает шоковую реакцию. Наверное, типа сюрприза. Чайный пакетик. Видимо, что-то английское. Этим летом. Большая булочка вас ждет. Чем я могу помочь? Я решила потерять девственность с Расти Уотерсом. И картошечку с собой? Нет. И что за план? Я интересная, красивая и умная. Получу сексуальный опыт, и он меня точно захочет. Сама говорила, он слишком хорош для тебя. Нет, я только выучу, что за жемчужное ожерелье. Элегантно звучит. Поверь, нет. Фильм Мэгги Кэрри. Это что, это юбка или шорты? Юбка, шорты. Эта тёлка больная. Да. Да, понимаю, о чем ты. Да. Мне нравится. Я укусила его за сосок. Я не знаю, почему. Одри Плаза, Билл Хейдер и другие. Урод! Понимаю, важно не заниматься сексом, а вот это. Почувствуй мои большие такос. О, господи. Слезь с меня! Вот так. Чувства и вся эта эмоциональная ерунда. Ага. От отличных оценок... Я вся такая мокрая. К ее первому траху. Твой купальник? Миленький, правда? Особенно верхняя часть. Господи! У меня и то сиськи больше. Что, Джен, твои дети титик никогда не видели? С кем переспать? Говорят, ты заехал ко мне домой извиниться. Да, хотел поступить правильно. Привет, Бренди дома? Покажи-ка, что под пончо? Ну, в итоге отымел твою сестру. И зашел твой отец. Папа! Привет, я Уилли. Бренди у меня работает в бассейне. Она хорошая девочка, и это вот тоже. Вы воспитали прекрасных дочерей, сэр. И у меня все время стоял. В кино с 25 июля.